Шалом. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Слава Богу, сегодня Бог говорил со мной ночью. Слава Богу, днес признаю, что Бог говорил со мной. И для меня это была большая радость. И за меня это вообще голяма радость. Показал очень хороший сон. Той мне показал много добрый сон. Очень реалистичный, я знаю, что это сон от Господа. И много реалистичен, верю, что этот сон и от Бога. И Бог мне очередной раз показал вообще предназначение, одно из предназначений отново церкви. Бог мне показывал одно от предназначения это на церквата. Знаете, церковь это место. Церковь это место то. Во-первых, которое создал сам Бог. Которое создано от самия Бог. Церковь создана Богом. Церковь это создана от Бог. Бог поставил, написано, одних апостолами. Бог поставил одни-то апостоли. Других евангелистами. Одни-то са евангелисти. Третьих пророками. Третьи са пророки. И потом учителями и пастырями. Учители и пастыри. То есть пятигранное служение. Пятигранное служение. И мы от этого никуда не сможем отойти. И от этого няма да можем да се удалечим. Потому что это Божье Слово. За что-то твое Божье это Слово. Оно не поменяется. То няма да се промени. Но мне Бог проговорил так. Бог мне каза така. Что церковь это всегда место. Че церковь это твое винаги е място, което, особенного Божьего присутствия. Което има особено Божие присъствие. Вот мы поем. Не пеем. Мы призываем имя Господне. Призываем Божие имя. Как вы думаете, Господь приходит? Дали Господь идва, как мислите? Знаете, верен обещавший. Верен този, който е обещал. Вот Бог нам обещал это. Бог ни е обещал. Иисус Христос сказал. Иисус Христос и казал. Там, где двое или трое будут собраны. Там, когда тут двама или трима будут собраны. Во имя мое. В моето имя. Сказал Иисус Христос. Казал Иисус Христос. Там я буду посреди них. Там ще бъда сред тях. Аминь или не аминь? Аминь. Это то обещание, которое Бог нам обещал. Твое обещание, което не дал Бог. И Бог всегда приходит. Бог винаги идва. Когда хотя бы два или три человека искренне призывают Его имя. Когато поне двама или трима человека призывават Неговото имя искренно. Это Иисус Христос. Иисус Христос. Это Иса Масих. Иса Масих. Это по-корейски Иса Каресато. И по-корейски така звучит. По-еврейски Иешуа Машех. Иешуа Машех. И Иешуа приходит. И Иисус идва. Для чего он приходит? За какво идва той? Знаете, вот первый раз такое ясное откровение. И за первый раз получил толкова ясное откровение. Знаете, написано у пророка. В пророчестве пишет. Без откровения Божьего. Без Божьего откровения. Народ не обуздан. Народ не послушен. Если мы не имеем откровения. Ако нямаме откровение. Мы потеряны. Не сме изгубени. Потеряны в этом мире. Изгубени сме в този свят. Потеряны для Бога. Изгубени сме за Бога. Потеряны для спасения. Изгубени сме за спасението. И спокойно, добровольно идем в самое страшное место. И спокойно отиваме в най-страшното място. Место, которое приготовлено для личности, которые приняли добровольное решение. Място, което приготвено за личности, които доброволно са взели решение. Жить без Бога. Да живеят без Бог. Жить как мы хотим. Да живеят както те си искат. Иисус в последнее время скажет так. В последнее время Иисус что скажет така. Ну хорошо, вы не жили по моей воле. Не сте живяли по моей воле. Да будет по воле вашей. Тогава да будет по ваша воля. Эти люди, которые так добровольно решили. И тези хора, които добровольно са решили така. Захотели жить сами. Те са поискали да живеят сами. Как захотели. Как са поискали. Они добровольно подписали договор. Добровольно са подписали договора. На самом деле с дьяволом. С дьяволом. Мы приняли решение жить без Бога. Не сме взели решение да живеем без Бог. И автоматически получается. И автоматично се получава. Свято место пусто не бывает, да? Свято място няма да бъде празно. Приходит дьявол и просто берет в охапку этих людей. Идва дьявол и взима на куп тези хора. И становится их властелином. И става техния властелин. Потому что они начинают делать то, что не хотят. За что-то те започват да правят, което не искат. Они так думают. Те така мислят. На самом деле они делают то, что хочет дьявол. Обаче всъщност правят това, което искат дьявола да правят. А что хочет дьявол? Какво иска той? Он хочет самого главного. Той иска най-главното. Он приходит. Той идва. Чтобы украсть. За да открадне. Чтобы убить. Да убие. И самая главная его цель. И най-главната му цел. Вечная погибель. Вечната погибел. Так написано. Украсть, убить и погубить. Да открадне, да погуби, да убие. Мы знаем это место, правда? Знаем това място. И просто вы знаете, вот я для себя первый раз получил. За первый път получих за себе си.
Вот церковь это место. Церковь это твое место. Где вот каждый человек. Когда это всякий человек. Вот он приходит в живую церковь. То и двое в живую церковь. И он что-то должен, обязан получить. То и должен да получить. Получить от Господа. Да получить от Господа. От Духа Святого. От Святия Духа. Знаешь, человек непокаянный, когда приходит в живую церковь, он входит в страх перед Богом. Когда человек не себе покаял и двое в церковь, то и влезал в Божий страх. Апостол Павел про это пишет. Апостол Павел пишет за два. Он всеми обличается, всеми судится. То есть обличает всякий. Усыдленные от всяки. Брат Мира, можно я пример приведу? Брат Миру. В прошлый раз первый раз пришел. За первый пут беше миналия пут. Потом я замечаю, что прославление, ну, сила пришла, и Мира исчез. Забелязвам, че идва хваление, то и то исчезно. А сегодня брат Мира подприходит опять, второй такой чистенький, с цветами. Брат Миру пак идва, со цветя дури. Я говорю, слава Богу. Слава на Бога. И он подходит и говорит, я курить бросил. И так аз вас спрях да пушим. Я... Ну, то есть перемена мгновенно. Человек пережил что-то. Человек переживал нечто, ему промяна. Кого-то. Переживал некую. Бога, правда? То и переживал Бог. Силу Святого Духа. Сила на Святия Дух. И пришел опять уже другой человек. И два пака вече друг человек. Скажи, слава Иисус. Слава Иисус. Вот каждый из вас просто получает откровение. Всякий от вас да получил откровение. Если мы в живой церкви, ако сме в живата църква, мы приходим, не идваме, мы что-то получаем от Господа, не получаваме нечто от Господа, это наша пища, това е нашата храна, духовная пища, духовната храна, это наша сила, това са нашите сили, она начинает нами руководить, тази сила започва да ни ръководи, она питает нас, тя ни подхранва, она водит нас, тя ни води по этой жизни, по този живот. И знаете, это вот мой любимый 118-й псалом. И мой любимый 118-й псалом. Самый длинный псалом в Библии. Най-дълъг в Библията. Книги Псалтырь. Книга-то Псалми. Не пускайте ее. Этот псалом, он весь, самый длинный псалом. Той най-дългия. Который говорит об откровении. Кой-то казвался откровение. Знаете, вот моя жизнь, я не могу жить без откровения. Мой живот, аз не могу даже живеть без откровения. Я считаю, что любой рожденный христианин, и вярвам, че всякий христианин, който роден свыше, для него Слово Божие. За него, Божието Слово. Это реально как целительный воздух. Това като исцеляващ въздух за него. Сколько ты можешь прожить без воздуха? Колко можешь да живеешь без въздуха? 5 минут не сможешь прожить. 5 минут, может быть, няма да можешь. Вот так да христианин не может жить без Духа Святого. И така христианин не может да живее без Святия Духа. Потому что это наш воздух. За что это твой наш воздух? Это наша вода. Наша вода. И Библия об этом говорит. И Библия это казва за това. Это наша пища. Твоя наша храна. Вначале мягкая пища, да? Вначале то едем мека храна. Словесное молоко. Словесное мляко. Потом твердая пища. След этого твердая храна. И потом мы из младенца становимся зрелыми, взрослыми. И от младенца ставаме възрастни. И Бог через нас может вершить свои Божьи дела. И Бог через нас может извършивать свои дела. Вы знаете, вот когда уверовал, когато повярвах, я вошел в какое-то полное посвящение. Влязох в полное посвящение. Я выучил первый псалом наизусть. Научих первый псалом наизусть. Что, блажен муж, вы помните, да? Блажен муж, сигурно засещате. Не ходит на советы нечестивых. Не ходит на советы на нечестивых. Не стоит на пути грешных. Не стоит на грешния пот. Не сидит в собрании развратителей. Не сидит в собрании на развратителей. Но в законе Господа Бога воля его. Но в законе на Господ Бог и неговата воля. И о законе его он размышляет день и ночь, день и ночь. За законом мыслит и день, и ночь. И смотрите, как написано. И как пише. И во всем, что он не сделает. Во всичко, което направи. Успеет. Что преуспеи. Знаете, это стало моей жизнью. И това стана моя живот. Принципом моей жизни. Принципът на моя живот. И Бог поднял меня. Бог ме вездигна. Сегодня я профессор. Днес съм професор. Сегодня я региональный епископ. Регионален епископ. Ну вот так вот подумать, о чем еще можно мечтать. Как ми... За какво мога да мечтая още? Предел каких-то человеческих возможностей и мечтаний. Има някаква граница на човешките мечти. Я хочу сказать вам, это Господь. Но искам да ви кажа, че това е Господ. Потому что Он мне обещал. Защото Той ми е обещал. Вот если ты будешь размышлять обо мне день и ночь. Ако размишляваш за мен и през нощта и през то деня. То во всем, что ты не сделаешь. Това, което направиш. Успеешь. Во всичко, което направиш, ты преуспеешь. Аминь. Вот я вот такой человек. Аз съм такъв човек. Вы знаете, где я вчера был? Къде бях вчера, знаете ли? Я вчера был под водой. Бях под водата. Я открывал сезон подводной аз охоты. Аз открих сезона на подводное ловуване. А недавно мы прилетели с острова Хайнань. Дойдохме от остров Хайнань. Южный островной Китай. Твоя от южната страна на Китай. Где я решил попробовать. Купил один препарат. Където купих один препарат.
хочу сказать, очень дорогой. Много скоп. Это жир печени акулы. Твоя мазнина на черния дроб на акулу. И вот человек, который принимает эти капсулы, он так обогащается кислородом. Человек, который принимает эти капсулы, со обогащается с кислородом. Сквален называется препарат. Как? Сквален. Сквален. Твое вещество такое. Да, я решил на себя попробовать. Я же ныряльщик, думаю, ну попробуем. Решил да упитам вверху себе, если что-то налить с игмурком. Апноэ увеличится. И апноэ, что сил увеличит, примерно. А я вот в таком, вы знаете, что полупарализированном состоянии. Аз бях в полупарализированном состоянии. Перенес нейротоксический шок. Проживях нейротоксичный шок. Может быть, меня как-то море восстановит. И помыслих, чем море, то, что меня восстановит. Ну, думаю, занырну, и может, уже и не вынырну. Да. Если помыслих, или туда, или сюда. Что если гмурно там, и может быть, няма да изляза повече. Или там под водой, да, или выйду оттуда уже новым человеком. Или под водой, что устану, или что изляза катунов. И вот удивительно произошло. И чудово, что нечто се случило с мен. Я вчера еле нашел себе силы переодеться вот в этот вчера гидрокостюм. Вчера едва намерих силы да се преоблекала в този костюм за плуване. Взял свой гарпун. Взял свое то оружие за подводно ловуване. Я ныряю без баллонов. И я с игмурком без кислород. В том плане я вдохнул. Аз дишвам. И ушел под воду. И утивам под водата. И лежу там на дне. И лежу на дыноту. И вот так разглядываю. Разглеждам. И думаю, как вообще здесь хорошо. И си мисля, колко добре тук. Реально, ну в том плане мне под водой было комфортно. Под водой там было столько комфортно. Реально, мое подводное вот это задержка дыхания, она сильно увеличилась. И моя возможность да не дышим под водой все увеличила. И было удивительно, что мой гарпун не был еще пристрелен. Надо его еще пристрелять по мишени. Мое то оружие още не было готово. Требовалось да го подготвил още. Видел больших кефали проплывающих. Видях кулеми рипи. Видел лавраг. Лавраг. Видел поменьше платерины. И прошло, виждах помалки рибки. Прошло 8 стай. И минахаса 8 стай. Пассажа, да. Пассажа, 8 пассажа. 4 раза я стрелял. 4 пуси стрелях. И один раз подстрелил рыбу. И выднаж подстрелях одна рыба. Вот, вчера мы ужинали рыбой. И вчера вечерях мы с рыбом. Пастор Роман приходил. Пастор дочь Роман приходила. И два шеи, и два шкарями. 5 человек ели, все наелись. И 5 человека стояли, и всички все наели. И даже снимок остался. Рыбка лежит и хлеба. Еще сейчас потом 5000 человек подойдет. И маша снимка, че има рыба, има хляб, и си помислих сега, что дойдет 5000 человек. И знаете, я из воды вышел новым человеком. Я туда-то излязох, но нов человек. Ну, то реально, речь восстановилась у меня. Речь-то мы се восстановим. Я вчера тащил ну, тяжести, вчера свинец. Тяжести. 12 килограмм. И носил тяжести 12 килограмм. Оборудование, снаряжение. Оборудование. Конечно, я вернулся домой и упал сразу. А все прибрах и паднах. Ну, сегодня я чувствую, что я уже все, я обновленный. Я здоров. Усещам, че сам обновен. Исцелен во имя Иисуса Христа. Исцелен во имя Иисуса Христа. И к чему я это все говорю? Кому как водим? Во-первых, мы имеем сквален Святого Духа. Что у нас? Сквален. Сквален. Вот этот препарат, который насыщает нас кислородом. И мамы сквален на Святе Дух, препарат, который не насыщает вас с кислородом. Заныривать. Можем да сагмуркаме. И стрелять большую рыбу. И да стреляме гуляма рыба. То есть таких больших людей, драгоценные души. Хора. Стать рыбаками для нашего Господа Иисуса Христа. Души можем да станем рыболови за нашего Господа Иисус Христос. Как Иисус Христос подходит к Петру. Как то Иисус Христос идва при Петер. И сделаю вас рыбаками человеков. И той казва, что вы направи рыболови на хората. Вот, Эдди, хочу сказать, Бог тебе правит рыбаря на чувешки драгоценные скопоценные души. Душечки. Аминь. Сквален, ты запомнишь. Аминь. И вот я сегодня вот о том, что вот как важно откровение. И днес, искам да кажа, колко важно сегодня было очень мощное прославление. Мощное беше хваление. Я прямо во время прославления получаю откровение. По время на хваление то получаем откровение. Я верю, что кто-то из вас тоже вярвам, уже получает откровение. Вярвам, че някой от вас също получава откровение. Проповедник читает проповедь. Проповедник чете проповедта си. Получайте свои откровения. Получавайте своето откровение. Я вот сегодня именно об этом. Именно за това искам да ви кажа. Очень важно. Если ты ушел с церкви с откровением.
И слязал у церкви с откровением. Значит, ты ходишь в живую церковь. Значит, ходишь в живую церковь. И здесь Иисус Христос. И тут има Иисус Христос. И вот это самое важное, что нам надо знать. То, кое-то треба да знаете. Кто имеет откровение здесь? Кое има откровение тук? Вы знаете, мы водимся откровением. Не, сегодня от откровения. Без откровения мы мертвые христиане. Без откровения мы мертвые христиане. Номинальные христиане. Номинальные христиане. Мы куда-то ходим не туда. Некогда ходим не там, куда треба. Потому что откровение — это Иисус Христос. За что это откровение, то и Иисус Христос. Это сам Иисус Христос. Твой самиет Иисус Христос. Он. Только Он открывает Священное Писание. Сам Той открыло Священное Писание. И без Христа Писание, что написано? И без Христос Писание. И по сей день закрыто. И заключено за хората. И снимается покрывало это кем? И покривка-то снимаха от кой? Только Иисусом Христом. Само это Иисус Христос. Не мной, не пастором Романом, который сейчас выйдет проповедовать. Не пастор Роман. А только Иисусом Христом. Само Иисус Христос может домахнуть. Скажи аминь. Мы сегодня пришли к Иисусу Христу. Днес мы дошли при Иисус Христос. Чтобы глотнуть от Него воздуха. За глотным воздуха от Него. Вдохнуть дыхание Святого Духа. Да вдишем и Святия Дух. Получить пищу. Да получим храна. Духовную, самую духовную лучшую. Духовную храна найду брата. Самую отборную пищу. Най-хубава. Которая питает мой дух. Която подхранва мой дух. Это единственная пища. Това единственная храна. Которая исцеляет мое сердце. Която исцелява моето сърце. Которая созидает меня изнутри. Която ме созидава внутри. Вскармливает моего внутреннего нового человека. Израства моя вътрешен човек. Скажи аминь. Я сегодня приглашаю. И днеска каня. Вот таким образом. По този начин. Сейчас река польется через пастора Романа. Сега ще се... Пастор молодежного служения. Пастор на Роман Плешу. Давайте поприветствуем. Роман Плешу.